Альтернативы никакой нет попавшему в монашество капкан. К такому утверждению тысячи примет. У прокаженных всех их выгнали за стан. Когда на торжище в портовых городах выстраивалась очередь, чтобы купить раба, сын, простирая руки, о матери рыдал. Без чувств отец от горести упал. Замызганная с кровью прежние князья за долгий путь хватили горе лишку. Год-два назад представить то нельзя, чтоб кто-то мог приговорить их к вышке. Плененные, разбитые в сражении, по полной чаше выхлебали горе. Их сыновей никто теперь не женит, им евнухами быть о том уже не спорят. И дочери, искусные красотки, разобранные, по старам сказать, гаремом, а раньше вариантов были сотни, в духах купались, натирались кремом. Где изукрашенные дачи и коттеджи, машины, сауны, бассейны и курорты? Померкло солнце, под зубовный скрежет, враг озверел, казавшийся нам кротким. И хорды хлынули, границ не признавая, и не щадя ни старых, ни сироток. В домах, в подвалах рыскали, сновали. Я раньше был благословен, не проклят. И здесь, в плену, среди гортанных криков и воплей соотечественников милых, впервые стал молиться с тяжким хрипом, уже в огне, насаженный на вилы. Бог Иегова посетил нас снова. Он смерти грешника и видеть не желает. Он постучал, все провалилось в прорву. О, Господи, дай слез, чтоб затушить нам пламя. 19 ноября 2005 года.